в пространстве данной выставки сразу становится очевидным, что это современное искусство и что сделаны работы грамотно. Грамотно, а потому впечатляюще. Хоть это и современное искусство, то есть оно может работать без эпатажа. А когда узнаешь, что автор – выученик легендарной Харьковской школы Академии дизайна и искусств, как и наша Альбина Елоза, то все проясняется. Хотя сам Виктор Нефедов из Симферополя. Тема, заданная им в «Collider Land» – освоение космоса. И взгляд из космоса на нашу Землю как объект. Ведь большинство людей и воспринимают Землю как объект. Нечто постороннее, внешнее, почти вечное, как космическое тело. Виктор Нефедов, как стипендиат Гауде Полония, 2011 года начал исследовать тему соотношения экологии и технологии еще во Вроцлаве. Но тонкость, точность и выразительность этих графических работ впечатляет, потому что это ручная работа, персонифицированная, в которой автор высказывает свои сомнения и предположения от себя – лично о взаимоотношении прогресса технического и регресса условий жизни человека, что абстрагирование от общечеловеческих проблем, взгляд из космоса, вряд ли оправдан. А центр современного искусства «Чайная фабрика» на сегодня единственное место в Одессе, где об актуальном говорят. И говорят языком новейшего искусства.